Всем привет, дорогие друзья! С вами такой внеочередной выпуск Nokia Зверьё. И давайте посмотрим, как работают мультитачи у нас на Nokia. Точнее, это называется Pinch Zoom. Итак, у нас есть Nokia 603, Nokia 700. Давайте же... Оп, зачем ты зашел? Я всего лишь хотел пробудить тебя. Итак, заходим в картинку. Значит, отображение картинки, в принципе, одинаково. Яркость на обоих аппаратах одинаково настроена. И давайте одновременно попробуем увеличить картинку. Это без дополнительной подготовки. На 700-м получилось. Попытка номер 2. Увеличиваем картинку. И в Nokia пока еще здесь не додумались, только в N9. То, что когда она увеличена, мы не можем ее пролистнуть дальше. Это большой минус. Мы ее должны уменьшить и пролистывать. Также на Nokia 603 то же самое. Давайте перевернем экран и попробуем увеличить таким образом. На Nokia 700, по моему мнению, работает увеличение лучше. Давайте поменяем руки. Все равно на 603 почему-то у меня не получается. Nokia 603. Не знаю, чего вот. То есть на 700 как-то все плавно ходит и четче все работает. Даже вот здесь вот можем видеть. Вот одинаково я их двигаю. 700 соображает быстрее. Хотя процессор у них одинаковый по 1 ГГц. Давайте попробуем перелистнуть картинку. Так, в какое в это направление пойдем. Переворачиваем. По контрастности, не знаю, видно вам, не видно. То есть в Nokia 603 не такая яркая, насыщенная картинка. Но она светлее, потому что ты LCD-дисплей. И еще раз увеличиваем. В Nokia 700 сенсор работает лучше, чем в Nokia 603. Всем спасибо, всем пока.